Яма на яме. Разбитый остаток старого асфальта. В дождь здесь вообще трудно проехать. Скоро это должно остаться в прошлом. Дорога находится вблизи райцентра Шахуньи. 9 деревень, почти 1500 жителей. Ждут, когда появится новая дорога. Праздник у нас уже сейчас, потому что жители, видя, что началась работа на этой дороге, настроение у многих уже изменилось в лучшую сторону. Работа уже началась, причем масштабная. Применяются даже новые технологии, которые позволят сделать новое дорожное полотно более долговечным. Кто-то делает всегда раствор дома. Раствор, бетон, цемент, всякие стяжки делаются, все делается. Это приблизительно вот то же самое. Основа тощего бетона. Поэтому оно, основание становится прочным. И провалов не будет, ям не будет в будущем. И дорога будет держать, очень себя показывать хорошо, и характеристики хорошие у нее. И асфальтобетон будет держаться. Технология ресайклинг – это обычная переработка старых слоев основания и старого асфальтобетонного покрытия. Она достаточно широко уже применяется по всей России. Данная система удешевляет ремонт, не теряя качество. В общей сложности речь идет о почти 20 километрах дороги. Больше половины в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчик должен сделать в этом году. Оставшиеся переходят по контракту на следующий год. Олег Лавров, Сергей Щеплягин, Ренат Бикбаев. Время новостей.